Если вы планируете беременность, вам необходимо пройти профилактический медицинский осмотр. До 12 недель беременности встать на учет, регулярно посещать врача и проходить обследование на раннее выявление возможных нарушений развития плода. В рамках программы «Денсаулог» внедряется интегрированная модель оказания медицинской помощи беременным и новорожденным, которая включает организации первичной медико-санитарной помощи, родильные дома, детские лечебно-профилактические организации для оказания качественной медицинской помощи от планирования, ведения беременности, безопасных родов и мероприятий по уходу за ребенком. Здоровая мама. Здоровый ребенок.